Он просто микрофон не включил. Я просто микрофон забыл включить, все нормально. Чуваки, я пробую через призму, во-первых. Во-первых, сейчас кое-что нужно сделать. Да. Так. Всем здрасте. Дай покажу, подожди. Мини-рассказ о том, что мы вообще здесь собрались. Это хозяйка. Вот это мама. Аппарата. Как красиво картинка. Это как? Я вот через призму. Прикольно. Я как будто в аквариуме, да? Да. Вот подожди, это 0,5 сейчас стоит? Да, это 0,5. Вот. Это 0,5. Нет. Это 0,5. Это 0,5. Скажите, это 0,5. Короче, рассказывай про машину. Мне друзья скинулись и подарили на Новый год машину. В ней не работает ничего, но она на ходу, в любом случае. Благодаря кому? Благодаря маслу, которое отсутствовало. В общем, приехала Кира, она стояла с зимы у меня под домом. Я не понимала, почему она не работает. Кира привезла аккумулятор свой. Все свое отношу с собой. Привезла свой аккумулятор, мы пошли купили масло, и в итоге мы на мойке. Будем отмывать какашки. Поехали. Вы бы видели, как они эти двери закрывают, они просто ноги закрывают. А видео выйдет позже, как мы все это делали. Да, мы подсняли. Кстати, вопрос, почему колесо на багажнике, вы спросите? Не спрашивайте. Я зависла. Все окей. Да, все окей. Потому что мы пока ехали, у нас открылся багажник, поэтому... Ну, видите, он автоматически как бы. Это нормально. Кстати, всем привет, мы очень соскучились, что давно не было стримов, извиняемся, мы тоже скучаем по вам, поэтому вот так вот неожиданно ночью решили ворваться, да? Да! Да! Ха, Кира Андреевна там с деньгами, смотрите, мне нравится, я поехала сюда в белых тряпочных кроссовках. Тихо! Опа, свет включился. Давайте быстро, на сотку! Успей на сотку! Подходит. Спасибо большое, очень приятно. А у меня что, на воду нет денег? Так, рублей, я же сейчас засунула. На воду нет денег? Я с обеда в том 50 рублей отложила. Как так? Я же думала, потом поедем. А я тоже, да, этот? Давай, покажу. Нет, ты чистая. Просто немножечко. У меня как раз горячую воду отключили дома. На самом деле, приехали, чтобы помыть тебя, потому что воды горячей нет. Да. Мама, как она выглядит, солнечно, конечно. Колесо это... Блин, и у нас будет как бы... Быстрая запаска, ребят. Да, и грязная жилька просто, да? Что там? Я тебе это, шампунь втираю. Бесплатно, Кир Медведева помоет ваши машины руками. Опа! Струхнул и прям наш... Осуждаем. Осуждаем. Протестую. Чё ждём? Масочку сделали. Да, типа. Да, тут же у нас уже свет погас, нас прогоняют. Что здесь за покупатель? Уходим. Так понятно, еще одни мыться пришли. Красивая, считаю. Да. Короче, добиваем на канале ГОСТы 20 тысяч подписчиков, и я моюсь на мойке. А на 50 тысяч моемся все. Да, кстати. А я всегда мечтала в розовой пенке помыться. Не, я специально для Насти ищем розовую пенку. Пич, лайфхак. Если нет денег, всегда здесь есть струя минимальная.
Да? Да. А что ты мне тогда максимально врубил, меня и отнесло? Ну, это бесплатная струя, но всегда за все в этой жизни нужно платить. Бесплатная струя. Как вы думаете, ну, много нам затекло в салон? Можно я проспойлерю? Да. Много. Именно на наши задние, да, наверное? Но нет, в основном в передние надо. Будешь ехать лучше. Ну, вот тут будет капать тебе. Нормально. Я за руль сегодня не хочу, я люблю днем ездить. Она какого цвета, я не понимаю, синяя? Слушай, она изумрудная вообще-то. Прости, пожалуйста. Да. Изумрудная. Ты понимаешь, ну, кстати, в ПТС-ке у меня зеленая прописана. Зеленая. Она изумрудная, да. Она изумрудная. Но у меня тоже еще осталось? Нет, все, впитали, все хорошо. Сейчас все, минуты, и потом смываем. Отлично. Да, это как-то, блядь, это маску для волос сделай. Это заразно. Эту масочку для волос сделай, и волосы расти не будут. Я тебе говорю, самое классное было, когда они вдвоем встретились, они вдвоем же, ну, рок-речи. Это по кокетке, блядь. По кокетке. Они, короче, вдвоем это полная комбо. Я заметил уже. Потому что вдвоем одно слово сказать. Что вы там пытались, катамаран выговорить, да? Катамаран. Давайте поиграем, давайте. Нет! Да, без сегодня. Без сегодня. Я не спереди еду, потому что я не хочу на слонном кресле. У меня спина болит. А я хочу, потому что я сам. У тебя колено болит. Нет, все нормально, у меня уже прошло почти. Блин, намокли все-таки. Посмотрите, как Сема выглядит, это забыли совсем. Катамаран. Я пить хочу. Это не катамаран, это жига. Вы что? Бля, какой свет тут красивый. Вообще просто. О, клип снимаю. Ой, куда ее? Все, мы все в белом, это потому что мы помыли ее. Она черная была до приезда сюда. Черного цвета была она, если что. Осуждаю! Поверь, да, как будто да. Нормально. Мужики стоят под струей, все окей. Бля, ребят, вы посмотрите. Сейчас, ребят, звук самолета прекратится, и мы с вами поболтаем. Ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Я вообще думал, что это копейка помыли, а оказалось, что Жигули шестерка. Я думал, это Бентли. Бля, очти. Я осуждаю. Че, материться можно, конечно, все нормально. У меня бесплатная струя, за что это делают. У кого? Че там? Сильно не просто, ну чуть-чуть погнулось. Это стиль, если это вообще-то да. Я чувствую, одна штука просто вот так толкала. Аэродинамика. Испачкала? Ковры, да. Ковры зачем? Не надо? Не-не-не, зачем пока? Этот, как его? Я хочу не хочу. Кто? У Сёмы ЛП, кроме Киры, я. Мама. О! Вот это я понял. Сейчас, подожди. Щёткой. Это... О, подождите, нужно машине зубы... Что у машины считается зубами? Вот, сетка, радиатор. Я иду чистить зубы машины, все нормально. Ну, тут бесплатный мастер. Во-во-во. Так, говно не отмылся, кстати. Я вот отмываю говно. Бесплатный. Давай. Это не вода. Это не вода, да? Нет. Сейчас все будет. Владислав ли? Свет верните. Ой. Все нормально, воздухом сейчас поедем, все продумать. Это драка с какашкой. А у меня просто есть мелочь. Есть сумочки, наверное, есть. Нет, если бы я знала, я бы взяла. А мы не любим думать дома, мы любим думать уже на машине. Машина Насти, ребята, ей ее подарили на Новый год, друзья. Сюда пшикни, Кир, пожалуйста, а то она прям воняет. Запах, гастрит, 10-12 запах. Потому что это старье. Это возраст. Это возраст. Да, я почистил машине зубы, ребят, все в порядке. У нас тут тоже какашки не очистились.
Этот, ой. Бегу, спасай. Давай, заряжай, я крышу отрабатываю. 15, 17. Да, я надо 20 хотя бы. Там по десятку поднимает только, по-моему. Да? Нет, набрала. О, 10, 50. Ребята, пилиады, Миша. Ой. Я только десятку. Посмотри, мы богаты. О, золото. Тю. А что-то... Нет, не надо, вы чего? Что, я же закрыла. Я закрыла. Она закрыта. А, смысл. 400, это вентиляция, вот это вентиляция, дырочка. Да. Все нормально. Почему вот такая ржавая дырочка есть? Накидываю? Давай. 20, да? Да. Смотри, последние деньги. Давай. Оп, и сразу сверху. Полет. Пена? Нет, вода, сейчас она пройдет. Пошло. Хотите посмотреть, что внутри этих штук? Я никогда не видел. А как вода оттуда поливается? Ладно. Ой, а где я? Я это, я искал. Смысл. Смысл жизни? Да, не, не получилось. 20 рублей еще есть. Стрим виснет. Это у вас виснет? Перезапустите. У нас все окей. Это наши донаты. О! О! Донаты надо помыть. Ладно, мы с вами справились. А вы тоже машину моете? Да. Мы тоже. Мы моем там. Да, чат читаю, ребят. Я помогала, но я не хочу. Очень дружелюбно, кстати. Это честно. Блин, как, может, все-таки на... На жгутик я бы на жгутик посадил. Я бы тоже на жгутик. Ну так, ради приличия. Да, да, да. На заднем оно лежит. Возьми все, пожалуйста. Сзади. Ну типа вот, смотри, вот здесь... Влада боялась социофобия. Сейчас, ребят, я там на стриме такой контент вам выделю. Жгутик там лежит этот. Жгутик? Это, ну, пластиковая штучка, веревочка. Это не Это Я думала, это жгутик, это сумка. Да, жгутик примерно... Сейчас, подождите, это нужно показать. Чего? Жгутик по мнению Сёмы. А дайте мне... Так, подожди, если это жгутик, а у меня... У меня, по-моему, это что? Это... Жгут! Это жгут. Это канат. Канат, да, у меня канат. Сэм. Нарезай, она просто не спит. Фонарь! 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 Как батя в гараже вот этот. Фонарь нормально, держи мне. Я не знаю, где. Все, Сёма, не напрягайся. Уже все нашли, да. А мощность? Ну, я просто думал, куда я его прикину. Давай я сделаю, я сделал, у меня есть опыт уже с этой штукой. Держи стрим. Держу стрим. Попадали. Нормально положил. Блядь, 10 рублей! Это, знаете, удивление, что у меня еще ламината нету. Ламината! Для лучшего сопротивления воздуху открытого, если что. Это воздухозаборник получается? Да, 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 да. Именно так. О, через него еще двигатель уже. Что, никак? Не-не, еще скинул? Один вот, нужен. Вот, я вот он, вот он. Блин, я его толкнула. Ай, подожди. Давай, давай, давай. Вот он лежит на. Это поместится или? Да, да, это тихо. Давай, давай, я еще попробую. Во-во-во-во-во, достала. Хорош. Как держать? Никак. Держать? Да. Ну, что-то не хотелось. В багажнике, друзья, места нет. Чё поэтому хотел? I'm sorry. Хотел с нами в багажнике.
А тебя когда рождения? У меня 17 сентября. Короче, ты рассказывай историю с переходником. Да, хочу. Угу. Все, спасибо за подарок. Да. В общем, рассказываю историю. Вот здесь у меня лежат шины, два всего колеса зимних. Но мне было лень их ставить, и я, короче, на летних ехала по зимой. И меня не унесло. Не делайте так. Не делайте так, да, потому что это опасно. Все, я сделал. Спасибо, от души душевных дух. Че они шушукаются там? Когда дырушим? Когда у меня день рождения? У тебя? Да. 10 числа. Скоро, надо сказать. У нее скоро. Смеется она. 10 июля. Ну, это я уже не знаю. Чего? Нет, я просто июнь-июль путаю, а у тебя вообще в августе. Это я просто сказала, что я путаю июнь-июль. Июнь-июль. Ты пить пошла? Вообще-то да. Смотрите и запоминайте. А ты что делаешь? Я взламывал пентагон. А все, мы можем усаживаться же. Да, да. Ты лучше пока вот так двери открой. Да, чтобы стекло, потому что оно... Сейчас самое главное — это завестись, на самом деле. Остальное все ерунда. Да, заведемся. У меня волосы до сих пор смыли. Да? Это жизнь. А шампунь не смыли. А давай, у нас же 20 стоять. Рублей есть, но не бесплатно стоят. Не-не-не, волыну. А, подождите. Вы заметили у Влада какие подкрадули, а? А? Что за тяги? Ну как думаете, сколько стоит? Вот чисто накидайте. Сколько? Какой размер? Не знаю. 43. Блин. Скажите, как вам вообще? Слишком большой. Ладно. Вот я тебе покажу. Смотри, что у меня в рюкзаке. У меня есть просто... Да подожди, пусть они расскажут. Что? Сколько... Я забыл, что... А, сколько они стоят? 11 500 рублей, 10 рублей. Короче, показывай все. 1500. Вот эти стоят 1500? Это стоит 1500. Реально? Да. А это мы покупали. Кто был на стриме, когда мы готовились... Да. А куда мы... А, в заброшку мы ездили. В заброшку. Нам это не пригодилось. Да, мы же тогда их так и не приобули. Сейчас. За вот 1500 рублей. Купили говнодавы, чтобы идти по льду. Мы гении. Да, и просто Влад мне сегодня звонит. Зато сегодня они меня спасли. Потому что... Что Влада в рюкзаке? Потому что к девчатам я приехал вот в этом. Я даже отодвинусь, потому что это страшно. Так хорошо они смотрятся на жигулях. А как ты в них ходишь? Они такие тяжелые. Честно, я до сегодняшнего дня думал, что я спокойно буду в них ходить. Это жесть. А это лица разбивать, да? Да. Это вот чисто, да, попрыгать. Вот такими «Жигули» закрывать не надо. Это просто жесть. Они очень тяжелые. 2 килограмма каждый есть. Что ты? Лук на 8. Косуха, узкие джинсы рваные и вот такие боты. Запомнили? Маш, привет. Привет, Маш. Она здесь. Марусь. Маш, привет. Завелась. И уехала. Че, куда? Предлагаю. Давайте что-нибудь отпразднуем, что мы это сделали. Да, как? Я предлагаю отпраздновать. Это самый вкусный шаурме? Нет, шаурма слишком это. Но, кстати, у нас есть реально на районе самый вкусный шаурма. Влог скоро. Все. Там можно сделать без соуса? Клянусь. Да, да, да. Я без майонеза сделаю. Попсикать. Не знаю, правда. Поэтому ну, мы думаем, что мы можем там припарковаться. Подожди, типа, время... Просто Макдак. Время 21.50. Макдак, это, знаешь, для самых худых. А для 21... нас шаверма 21.50. Без соусов. 21.50 мы успеваем в... Шаверму мы всегда успеваем. Нет, а выборную. Выборную? А, ну там уже закрыто все. А что так замылено? Закрыто уже, нет? Это потому что 0,5. Света 0,5. А. Ты что? Да? Смотри, Влад бандит. Сходил в уборную. Я диггер. Все, а можно за мусорку сходить в уборную? Ну, я же сходил, и вы сходили. За мусоркой была? Не надо уточнять, пожалуйста, какая разница. Пойдем сейчас в санузел. Санузел. И пойдем припудрим носик. Она же не уходит в полях, да, извините. В полях. Лейдер, нет, ты же прям очень сильно приспичена, пока на колпана не давит. Ну тогда поехали куда-нибудь, пока давить. Так а что, мы куда? Так, куда? Самую вкусную шаурму в мире. А что за вкусную? Это, Настюк, ты какой-то? Да, я рекламу сделала, да. Там, правда, самый вкусный шаурма. Едем, я, кстати, ценитель шаурмы. Я давно не ел. Когда ты скажешь, правда, вкусный? Я готов, да. Шаурму последний раз ела, вот прям шаурму, до проекта.
Я лет 5 назад. Прям, потому что однажды я съела на вокзале. Я дней 5 назад на вокзале съела. На вокзале, поехали. Не, я после этого с мясом не ел. 4 дня подряд ходили в шаурмичную. Ночью, да? Сейчас, секунду, я расчехлюсь. Я не знаю, зачем я их не делал, жарко, пипец. Знаете, я, честно говоря, все-таки думаю, что радио работает. Я прям надежду питаю. Я ничего не делаю. Нет, если уверена в этом, то ну, попробуй. Че они задумали, я не пойму. Ладно, у меня видео. Короче, пойдемте гулять, я не знаю, что они там делают. Я пойду на мусорку посмотрю. Ребят, делай. О, тут же есть фонарик, ё-моё, подождите. Ща, подождите. В призме же... Я иду? Я иду, ладно. Поснимай, это все, мы сейчас пробуем снимать. Без гидроусилителя руль. Сейчас, подожди. А, ты с фонарем. А фокус будет сегодня или нет? Ты позже придешь. Как ты поворачиваешь его? Серьезно? Да. А на ходу так же сложно? Да, на нем нету гидроусилителя. На нем нету, да. После бы этого... Чтобы ты понимала, я бы руливаю весом. Чтобы ты понимала, с тобой рядом будет так. Чуваки, я не могу повернуть, можете повернуть руль, пожалуйста. Мне налево. У тебя были налево. Владос, пацаны. Круто, поверните налево. Да, хорошо, круто. Да, налево. Но это еще не до конца. Ты хочешь, чтобы я механику сдавала? Нет. Просто можно механику с гидроусилителем. Просто гидроусилитель. Не надо. Не надо. Я гулил прямо щепку сочетать без гидроусилителя. Все, выползай. Я бомбом. Не, спасибо, такое доброе. Нет, а не потеряете плоскогубцы? А. О, спасибо. А все телефоны взяли свои. Три-ти-ти-ти-ти-ти-ти. I'm dog. Именно с такими звуками сюда надо садиться. Внимание. Сейчас, все, мы не сели же еще? Ой, блин, я сейчас, смотрите, фокус. Подожди, ну все. Да сейчас сяду. Давай ложись. Я раздвину. Нормально. Сколько эдитов будет сейчас с этим? У меня проблема. Я сейчас закрою. У меня дверь не закрывается. А, вроде. Знаете, из слов, из уст Киры слова «я тебя сейчас закрою» звучит страшно. Ты хочешь это так сделать? Нет, я хочу рукава поправить. Влад, если что, я у тебя воду уже отжала. Без проблем. Ты дорогу покажешь или я набиваю в навигатор? Так, сейчас. Я не знаю здесь ничего. Открою? Да, окей, я набью навигатор. Набьешь навигатор. Все, ребят, едем. Расскажи мне только адрес. Ой, вот это сложно. Напиши в наш чат. Подожди, ладно, сейчас разберемся, секундочку. А, подожди. А, я вспомнила. Владос! Я не слышу, нормально, я лучше не делаю. Я не знаю, что они делают. Ага, а, что там шепчется? Вот. Ой. Уже жарко, можно пойти? Да. Нет такого. Не, мы просто адрес бываем. А, сука, чрево, да? Вау. Тут так был? Немножечко. Ой, будь в здравии. Будь в здравии. Что происходит? Мы в Жигулях Насти катаемся. Ой, угу. Так. А у нас окно не открывается, да? А, открывается, извини. Сейчас. Слишком много захотела. Ну-ка. Опа! Туда ее! Все. Кресло и слова. Первый раз завела и сломала. Да, 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 нет. Ага, свет есть? Ага. Поехали. Чё говоришь? 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 Что ты сказал? А? Не берёшь. Чё? Опа. Там смотри, смотри, какие движения. Смотри, ты нажимай. Да нажимай ты его туда. Да ну нажимай, Кир! Где-то лупа! Гаспер выглядит! Будьте добры! Спасибо, оно чуть-чуть замыленное, ну ладно. Ой, что-то отвалилось. Это у меня от плеча. А, ребят, очень важный момент, сейчас подождите. Еще раз. Мы пристегнутые ездим, если что. Да, кстати. Владос, магнитола упала. Магнитола. Куда, вот она. Да не вставляй. Дай камеру, дай им покажу. Да. Я просто... Ой. Я говорю, Владос, магнитола упала. Он просто ее пальцем поднимает и все. Все, вот она. У нас нет. Ремень обязательно пристегиваем. Все. Он делал след, видимо, с работы.
Свет, свет, свет. Не лучше... Нет, нет, вот эти снизу все включены. А, все. Все, молчу. Ладно, все. Кира, это, видимо, твоя уже машина. Вам как лучше, чтобы сзади светило или спереди? Пока вообще убери, мне надо выжить. Мы с вами наказаны. А куда светить, я не знаю. Пока все вот. Извините, посмотрите, так пока. В окно могу. Там... Руль направо. Тонировочка немножко. Валим на гелике. Валим на гелике. Здесь еще где-то. О, моя подруга засветилась. Покажи, покажи. Какая? Это мастер-класс. Это вообще. Это... Нет, само зеркало нажимай. Да. Это мега супер подсветка у меня. Шикарно. Да. Вот так вот. Это вам не просто Жигули. Это вам не просто Жигули. Серьезно? Эфир сохранится. Хорошего вечера вам. Моют свои дорогие машины. Ой, я устал. Сейчас, короче, останавливаемся. День девчонку видим красиво, да, останавливаемся и подкатываем к ней. У-у-у, вот это зверь. Да, кстати, у тебя может быть окно открывается. О! А ты же сказал, не открывай. Извини, я не знала про это. Ай, больно как. Она до конца открывается? Блин, нет. Нет. Ай-яй-яй-яй. Мы не можем включить песенки, у нас немножко магнитола не работает. И кресло разваливается. Мы едем и едем. Это, да, да. Хорошо, что едем, это уже как бы да. Не видно ничего просто. Что, завтра тогда я за руль прыгну? Я просто днем люблю ездить. Здравствуйте! Вы бы на уставе не ехали лучше. Мы с Владом поворотники, если что. Куда? Стопори. Там, кстати, еще парковка бесплатная есть. Ой, да, шикарно. Вот так вот. Они живут свою лучшую жизнь. Ой, 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 ой. У меня там еще часики, правда, не работают. Они для вида. Да нет, в целом 11-15. Почти. Это компас, все нормально. Красиво. Я сделаю попозже, ребят, приедем завтра сюда. Здравствуйте! Не, ну вообще не горят. Здравствуйте, говорю. Хорошего вечера вам. Поворотники? Я не вижу поворотники. Мы здороваемся, он хотел уже наехать на нас. Он думал, ты ему что сказал? Что говоришь? Надо было ему сказать, что говоришь? Сейчас будет, сейчас будет. Не надо. Ничего. Ну ладно. Чего это? У нас Жигули на пятый едет. Нас никто не догонит, никогда. И все, рядом скоро уже. Да. Примерно через 300 метров забирайте нас. Он на опережение пошел. Да-да-да, что же. Я там ждать буду сразу. Возле шаурмы еще, вы шаурму же едете? Есть. На Жигулях шаурму, я выезжаю. Бип-бип! Чеши, пока не дали. Бля, в наушниках идет, нарушает. Ребят, не ходите в наушниках по пешеходам. Да, можем ехать мы. Я, кстати, когда первый раз везла эту машину домой, реально чуть не сбила человека. Ну, с ее тормозами вот. Неудивительно. Ну да, но я просто... Не, я на за самом деле... До этого... Да, просто до этого я не проверяла тормоза. Вот в чем прикол. Мне надо колодки поменять. Влад — часть машины, Влад — часть корабля. Часть команды, часть корабля. Мы с Владом в любых машинах древних. Просто эти мадам любят эти машины. А мы с Владом просто любим квесты. Нет, это слишком жирно. Салфетки. Салфетки. Сейчас, ребят, очень важный момент. Нам нужно протереть лобовуху. А что вы не сказали сразу? Мы бы жидкость для нее полили и дворниками бы да поделали. Да нет, все нормально, я же есть. Нет, у меня жидкость для стекла нет. Главное, со своей стороны вытри, да, правильно, чтобы у меня лучше было видно.
Отсюда не снимаю. Не достаю дальше. А нормально, я с своей стороны все вижу. Вот. Вот и еще вот. Хуже стало. Я говорю, у меня жидкость есть в багажнике. Сейчас зарядим. О, а мы им хорошего вечера желали? Нет. Я бы на их на вашем багажном месте и хорошего вечера не желала бы. Виснет? А я не знаю, что виснет, что у нас ребят, все окей. Ребят, если виснет, переводим трансляцию. Я хочу пожаловаться, меня укусила мошка. Давай. Смотрите, как меня укусили. Вообще не смешно. Очень чешется, очень. И даже... Что смеешь? Что-то пукнуло или мне кажется? Я, конечно, извиняюсь. Жига пукнула. Так, кто перенапрягся? Признавайтесь. Все нормально, это я. Кстати, Владос на самом деле иногда может удивлять. Зануть, да. Зануть. Мы с тобой познакомились ближе. Да, все нормально. Влад Пержу. Запишем. Я сначала думала, это, ну, типа, мне показалось. Да это люди от страха вокруг нас пукают. Здравствуйте! Хорошего вечера! Ой-ой-ой! Я сейчас чуть не лишился лица об лобовое. Решил, а, как дела? А ты пристегнут? Штрафы-то мне будут приходить, а не тебе. Я стекло мыл. У кого музыка? Дай магнитолу погоняй. Братьки! Пожалуйста, нам нужна музыка. Здрасте, хорошего вечера вам. Чего сами люди не разговаривают, я не понимаю. Не синхронились. Не разговаривали с вами. Это у нас просто издалека. Брат, подкинуть! Прыгай! Не знаю ничего. Красиво, прыгай. Я не понимаю, когда она... Блин, мне очень больно. Можешь посмотреть? Могу, конечно. Добрый вечер, с вами МС... Ой. МС загораживаю... Блин, он переворачивается, если его переворачивают? Конечно, нет. Надеюсь, у нас полстрима не кверх ногами было. Вам нужна музыка, мне не нужно. Они, которые перевернули экраны свои, просто эти мониторы. Да, да, мы прямо. Нам тоже туда. Куда и тебе, брат. О! Красава, брат. Он просто испугался, на самом деле. Смотрите. Секундочку, с зеркала справа нужно. Мы прямо. Я это. Все? Еще нормально, мы будем включать. Хорошего вечера вам! Вообще! Да-да-да. Вот сейчас вот здесь похоже, вот здесь похоже. Кулька. Все, уже кулька. Чичи-гага. Гиги. Все, вот тут прям парковка. Направо сейчас? Да-да-да, прям сюда. А, мы тут были же. Бабл кофе. Паркуемся. А что, ни себе, ни людям, брат. Да, стал как-то... Некрасиво. Ну, очень плохо. Это девушка. А, ну, понятно все. Сейчас будет парковка с нами. Опа, опа. Ой, вот здесь. Только мне нужно, чтобы лампа мне никуда не светила, пожалуйста. Ладно. Когда я выйду? А, я не могу. Давай я выйду. Не-не, не выходите. Я хотела подснять просто. А, давай. А я не могу, у меня через окно. Да все нормально, я сейчас выйду. Давай, через окно. Не-не-не-не-не, порежешься. Не порежешься, здесь он. Вас сейчас выпустят. У меня есть специальный человек. Давай, смотри, давай. Я застрял! Давай, выпускай, выпускай. Я вообще сам выйти хотел, ну ладно. Да она не работает, она же другая. Здравствуйте. Через соседнюю. Не получается. Соседи. Нет. Я тут выйду. Не получается. Я выйду. Рюкзак был уронен. Второй раз. Урон нанесен. Закрой, чтобы не открылось. Вы в Гаспере? Не, мы в Марусе. Вот он. Что она делает? Мастер! Мастер! Кир, закрой окно там, со стороны Сёмы. Вот! Нормально! Вот! Выключили. Влад, кто ты по знаку зодиака? Этот, козерог. Забыл? Да. Это самое, то что? Я лев. Хочете, я вам покажу, как лев рычит? О! Норм все? Да, только смотри, когда пошли на слайд, потом у тебя ручник не очень работает. Сядь на твою передачку. Да, я знаю. А Кира, Кира вон. Сейчас вылез. А я не смогла там закрыть. А я не старался.
Блин, ну это просто праздник, а не день, честно говоря. Пока если мою малышку выгулили. Ваши комментарии по этому событию. Слушай, завтра я до вас в душ поеду на ней, получается. Рядом с Гаспером встану. А вы далеко друг от друга живете? Ну, кто знает, кто знает. Да. Нормально. Ой, пойдем, я уже все. Я уезжаю. До тебя доеду на ней прям. Ой, простите, пожалуйста, габариты не рассчитываю. Я через камеру просто 0,5 на все смотрю. Синдром широкий спины. Я тут чисто, да. Так. Вот это что ли, да? Нет, вот. Да, прям в стрим. Вот, да. Ой, нормально. Кир, мне его... Давай его... Урод. Осуждаю. Ты вот это ну-ну-ну не делаешь. Ну ты его а он и это ну-ну делаешь. Девчонки сказали, что остаться хотят. Поняли, да, что что-то намечается, да? Бэм-бэм-бам-бам! Чи-чи! Ладно, внезапный деп! Не надо. Чи-га-га, я ж слышали уже лучше. Что сразу задернулись? Следующий район, пролет. Ага. Вот там, где. Добрый вечер. Доставка. Это МПС, все нормально. Бластеров нет. К нему можно квест второстепенный подойти получить. Все окей. Так, мне сказали, что здесь самая вкусная шаверма, мы идем ее пробовать. Здесь, знаете, какие палочки вкусные с карамелью? А вот что это за бутерброд? Где? А, это печенье Чикао. Сколько будет идти эфир? Ну, пока ходит, идет. Пока идет, и слава богу, как Жигули, как мы. Угу. Окна я, Маруси. Я, наверное, хочу сырным. Окна Маруси вроде закрыли. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, без мяса с сырным лаваше. Два ломтика сыра и без майонеза. Пита это хлеб. А ну, буханки типа. По номеру. Хорошо. Я помню. Два ломтика сыра, да? Да, два ломтика сыра без мяса, сырный лаваш и без майонеза. Ага, все. Сколько? 230. 230. Аккуратно локтями. Конечно. Машет локтями. Машет. А, танцует ими. Ты что будешь? Я классическую. Мы же дегустируем. Да. Ты знаете, какие еще булочки? Но я их не ем. Я в сыр направлю. Я вижу. И колу. Обязательно колу. А? Без сахара. А, еще можно, пожалуйста... Ты сломалась, у нас загрузка пошла. Потому что вышла статья, где говорят, что кола без сахара очень вредная. Приводит к раку. Не только кола, канцероген в целом в продукте сахарозаменителя. Дам, дам. Поэтому готовьте сами со стевией. Чего? Со стевией. Это что? Стевия. А она сейчас на русском говорит? Или она резко переключила? У нее этот, настройки языка сбились. Скинуть до заводских. Влад, когда в Беларуси? Ты знал бы я, ребят, приехал? Мы можем заказать? Ой, все. Здрасте, можно нам в сырном? Алло? Сейчас, я карту потеряла. Можете, пожалуйста, мне взять? У меня это... Да, да. Она у меня. В сырном, кока-колу. Ты что будешь? Классическую. И классическую, и липтон зеленый. Ломтик сыра советую. О! Нет! Классическую и на татхаре. На татхаре. На татхаре. Фу, блин. Вот так выглядит блаженство, ребят. Да, это вот первый самый холодный глоток, который ты прям чувствуешь. Факты, факты. Липтон. Не, ребят, липтон это хорошо, но когда вот этот напиток, клянусь, я когда был везде, где я был, это очень вкусный напиток. Бесплатная реклама, но это правда очень вкусно. Получается, две сырных, в одну поменьше соусов и классическая. Кола и липтон зеленый. Кола без мяса. Не-не, одна только без мяса. Мне все с мясом. Сейчас что-то перепутаю. Блин, давайте еще раз, чтобы не запутать. Это один заказ. Это мясо отдельно. Заказ. Заказ. Карту заказ, где мясо без майонеза. Какой рост у Семы? Ну, где-то 1.30 м. Отдельно вообще. Ярко, обычный, ярко, с сырным и мясо отдельно. Конечно, ваш фон у меня рост 1.10 м. 1.10 м всего?
Нет, все нормально. Смотри, подними, подними на максимум руку. Все, получилось? Он написан. Влад, да, конечно, ребят, мы с отличным, мы вот с Артуром часто видимся, с Анютой часто видимся. Давайте проверим. С Машей вообще постоянно тусим. А, нет, не Липтон, а на Тахтаре. Какую? На Тахтаре? А я возьму, подержи. Ой, а можно? Ну что брать, давайте сейчас закажем все вместе. Самый вкусный. Так, кстати, да, по шаурме. Это вообще лучше. Да, это да. А? Из мяса, да, двумя ломтиками сыра. Он не разговаривает со мной, да? Люди. 530. Давайте проверим, что мы заказали. Одна в сырном, поменьше соуса. Одна сырная классическая. И просто классическая шаурма. Получается, их всего три. Из напитков кола и на Тахтаре, правильно? И вода газированная. И просто вода газированная. Просто да, просто газированная вода. Аква минерали или что там? А она есть? Кира, ты посмотрела, вода есть? Чесночный и от типа джики. А, типа саманта. Да? Да, руку. Мне кажется, я у себя там уже. Ты посмотрела, вода есть газированная? Я не смотрела ничего. Что вы найти не можете, господи? Что? Так нет, я. Я тоже не понимаю, что происходит. Как ходить, тоже не понимаю. Угу. Я стою на месте. Водочку залутал. Короче, все, вот так делаю. Ой. Фронт, супер. Садимся читать чат и ждать шаву. Мне ужасно, да? Куда там кол добавляем? За черный добавляю, там есть за 30 рублей. Не-не-не, а, не-не-не-не. Да. Пока. Дела отлично. Ну, прям да. Господи, как жарко, это просто ужас какой-то. Куда планируете ехать? Слушайте, чудо, что мы до сюда доехали, поэтому я думаю, я дальше не планирую куда доехать. Влад сегодня и штатив, и все, что только можно. Да. Затвоенный-то и он. Что, порезалась? Да. Ну, к аппарату не привыкла, потому что. А внизу есть, правда, есть. Ой, я пошла. Пойдем. Сережку поменял. Да, я потерял. У меня же от Глеба Костина вот эти серьги крестиками. Я потерял. Убирайте все. У меня стали... Все. Ты не очень тепло одет. Я тепло одет, но у меня просто... Я с фотосессии приехал. И мы показывали ботинки, да? Вот. Я приехал с фотосессии, и у меня тут эта майка, и она для таких районов не очень подходит. Ну, мягко говоря. Вот, тебе платят за то, что... Я что, нет? Представляете? Нет, это не фотосессия. Я ехал с... Внимание. Я ехал с фотосессии. У меня была фотосессия. Я не знаю, в каком районе, ребят. Если бы я знал, я бы сказал. Я в этих районах редко бываю. Мне жарко. Влад, где твой? Великолепно камеру закрыл. Влад, отлично, ребят. У тебя так зрачки так уменьшились. Почему? Обычные. Блин, ощущение, что мы в бане в какой-то стриме, если честно. Я, конечно, себя ощущаю реально в бане, но... Это не настолько. Чем занимаешься? Я работаю, снимаюсь, снимаю. Так. Сколько раз у вас? Плюс 40, мне по ощущениям. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Нелевский, обязательно, если вы не хотите пропустить стримы. Ну, если честно, вайбик, как будто здесь реально очень вкусная шавуха. Зипку сними. Это Ганилевский, да. А можно закрепить как-то это? Хай-пик. Ей. Супер.
грамотным, ребята. Я... У меня единственная четверка по русскому языку была, если что. Ладно, я думаю, что это... Я... Очень жарко. Слишком жарко, я не могу. А мы еще есть... А, или мы есть будем в Марусе. Мы, наверное, есть в Марусе будем. Что за шрамы на руках? Где? Это на квесте. Это... Долгая история, где-нибудь на этом расскажу. А это... А это не знаю. Это что-то новое. Дела отлично, ребят. Жду девчат. Все пошли писить. Жестко. Оставили меня тут одного. С вами. Татуировок 5 у меня штук. Паук. Что происходит этот на парусяк? Мы тут шабуху пришли кушать, приехали точнее. Взял вечер шабуху готовить. Не, 4 штуки, нормально. В Волгограде мы полчаса ждали шабуху. Покажи клыки. Вот она. Один. Ты видела тренд? Тебе надо снять с твоими клыками. Второй обломился пока что. Завтра поправлю, кстати. Плюс в чат, если Кире нужно снять с дозаем тренд, который с клыками. Солнечко здесь. Да мне жарко. Ты за кадык. Мне просто жарко. Понимаешь, что это не важно. Да, да, да. Очень, не очень. Контингент не заценит. Да, да, да. Не заценит. Я же со съемки, я в ней был на съемке. Не объяснишь здесь. Пацаны, да у меня съемки, пацаны, реально, честно говоря, я не хотел. Съемки сами наклеили. Осуждаю. Мне прям стало интересно, в чем ты. Ты что, просто... Смотри. Иди. Влад, как вы умыть? Мама Дима. Слушайте, знаете, что я понял, что я хочу сделать? Поболтайте со стримом. Я понял, что еще очень важно. Поболтала. Кира, поболтай. Спасибо, на мой рост, да? Хорошо, на твой рост. На квест ходили. Со мной очень удобно общаться. Аслан, кстати, забавно, он на квесте, у него тот тип страха, который не имеет. Ну, знаете, ему страшно, он типа наоборот молчит или смеется. Забавно. Страх у всех раз. Вот у Настюхи интересный страх. Она просто падает и молит о пощаде. Но пощада не приходит, поэтому нечего молиться. А я трясусь, как? Помнишь последний квест? О чем были на? Где? ПППП. Да, да. ППП. Это всегда. Когда на квест? Скоро? Когда? Берите вставку, монтировать не удобно, морковь. А как убрать? Я не умею. Что делать? У нас тепло, да, у нас. Да. Не, ну сегодня так прохладно. Поменьше, да? Горячо, аккуратно. Опа! У тебя сегодня все с собой? Мне нравится. Модный приговор. Снимите это немедленно. Покажи штаны. Чего? Нормально? Ну, не знаю. Мне хочется это снять. Может, на улице здесь что-то дышать там нечего? Ну, ты думаешь, почему я решил это снять с резкой? Сейчас, Влад, что мы не забыли? Держи камеру. Вы упали. Да. Сейчас возьму, брат. Когда вы успели породниться? Да, вот еще мы с самого начала. А, понятно. По тебе видно. Как с двух рук ешь? Был ел. Две обоймы. Давай, за все сделали, наверное, как всегда. За каждого приведенного друга. Реально, я просто уже сюда столько народу привела. Пойдемте на машину поставим и будем есть. Ну, господи, вечно мы ее ждем, а? Как женщина. Из
Сколько время? Понятия не имею. Блин. Сколько время, ребят? Точно, где? Не то. Возьмите вот эту бутылку. Да? Вкусно, вкусно. Сколько время? Московское. Солосоль вкусный. 21-21. Просто сейчас у них реально всегда все. Просто тренировку. У них ничего нет в ветре вообще. Даже помидоры. Хорошая. Если что, здесь направо поворачивать нельзя. Только направо, налево нельзя. Ну, это понятное дело. Я была здесь. А, ну все, тогда молчу. Это потому что мы в Алтубе или что? Да. Опа. Да. Угу. Он мне так же. Да. А левша. А мы как-то посветим друг друга? А мы еще фонарь поставим. Включить фронталку. Не фронталку, а это. Может фары, а на атом не сядет? Да. Сядет. Здесь сядет. Ну да, не очень мощно. У кого еще есть фонари? Надборник положите. У кого еще фонари? Признавайтесь, вставайте. А моя? Вот. Кушаем чек. Ваше здоровье. Вы не подняли. Зажиг мы отмечаем вообще, вы че, взмазали? Да, Жигули! Ничего, да? Угу. Еще бы чат видел, было бы вообще супер. Я реально говорю, вкусно. Мне говорят, есть надо сидя, нам пишут. Я говорю, что есть. Да что у тебя ростик маленький. Не, стой больше не надо. Чего? На самом деле, очень забавно, если Кира в любом ресторане или еще что-то, она постоянно хочет есть стоя, потому что привычка бармена. Я постоянно говорю, ты можешь съесть. Ты удивишься, но ты можешь съесть. Ой! Вот стоило тебе что-то сделать. Знаешь, пока остановка не стала последней, есть же. Чего? Ну, пока. Это нижегородский прикол 2017. Настя, ты из какого города родом? Я из Питера. Колпино. Нет, Колпино, там детский дом был. Я думаю, сейчас выпендрюсь. Ага. Ну, это приятно. Да, на, угощайтесь. Кушай. Ням-ням. Сиди с нами, у нас тут трансляция. Шамер, мы не выйдем? Ладно. Как хотите. Вас не предлагаем. Его боялась лицефобия. Прикиньте, как мы странно выглядим. Представляю. Раз в 4 часа покажем на Жигули в лобовую и жгут шурму. Вот так. И светят друг на друга. Как эти слеп-волки. Какая Жигули. Какое замечание в эдитах. Не боем. Там что, маринованное что-то? Да, там есть огурцы, но я попросила без. Блин. У меня не получается их раскусывать. У тебя из-за брекетов, что ли? Да, да. А обычные тоже жесткие. Да мне это огурцов. У меня пить хочу, но там свет. Давай подержим. О! Эджи, ты все заметим, их давно не было такой волны, так сейчас будем все смотреть. Кстати, вы заметили, что перестал работать VPN практически? Все, вообще невозможно было. Вчера, только я сегодня не знаю, как вчера вообще жесть. Вчера нереально было работать. Влад, говорят, убери вставку. Я не знаю, какую вставку. Для эдитов, типа. Как убрать? Не получается. Сейчас, подожди. Сейчас все исправим. Ты хочешь еще? Да. Да. Что-то видоблюшка, она рядом есть. Готово. Не бегай. Не блять. Сейчас сюда двигайся. Вы хотели музыку, вот. Опа. Хоть у кого-то она есть. Кстати, может, я сейчас поколдую с радио, пока вы тут стоите. Давайте без колдовства сегодня. Да ладно, не, я думаю, мы сейчас закончим кушать и эндим стрим. Нормально. Да, мы давно не стримили уже. Угу.
У меня, кстати, была без огурцов. А ты завтра что делаешь? Ромка. А? Ромка. А? Что говоришь? А. Что говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Че? Че? Кто-то а? Говорит? А? Чего? Что говоришь? Что говоришь? А? Че? Наберите. И нашу короночку больше отменила. Раз, два, три. Наберите. Еще раз. Раз, перед два. Перед лицом мне. Все вместе. Дожди. Раз, два, три. Перед лицом мне. Я убрала. Можно было другой рукой сделать. А, ее лицо нельзя, извините. Делайте сами. У меня брекеты все застряло нахрен. Блин, да, шаурма и брекеты — это никак не совместимые вещи вообще. Ну слушай, я жвачку жую. Не, ну, знаешь, орехи, когда грызешь, знаешь, я, нет, я грызу орехи, у меня дома орехи лежат. Что там? Когда брокколи поем, у меня такая зеленая улыбка. А я все равно ничего не вижу, у меня очки нужны. Вот и я не успеваю читать. Не, не успеваю. Я пытаюсь. Чего? Кому-то мне ответить надо. Я что-то увидела, там прям большим текстом было написано. А, вот, все, увидела. И мне у вас на стриме пишут, чтобы я ответила в Телеграме. Короче, мы надеемся, вам понравился стрим. Постараемся, ничего не обещаю, но по-хорошему я бы еще не запустила. Что, дорогой? Нет. Нет! Нет, не было ничего. Да, свет как удачно падает. Нормально, это я рыгнул. А, да. Все окей. Влад, теперь я Влад пержу и рыгаю. Рыжок. Да, на сегодня все, потому что уже надо ехать. Мы вообще не рассчитывали, что она заведется, если честно. Но мы сейчас сделаем видео и покажем, как это было. Да, сейчас я смонтирую. Сегодня выложу? Завтра. Я бы завтра, поздно. Завтра увидите видос, как мы включили... Включили Жигули, так можно включили. Да, и про нее можно все. Короче, рады были вас видеть. Мы соскучились, надеюсь, будем почаще стримить. Пока! Приятно познакомиться, друзья. Всем пока. Меня в дурку увозят. Наберете. Влад. Потеряйте, не теряйтесь. Идите. Да. Куда же обидеть, не обижайся. Да, тыкай. Буду бежать, не обижайтесь.